Наступна імпровізація називається «Повернення товару». Повертати товар сьогодні буде Андретан. Він буде повертати товар, який йому не сподобався, до магазину, де він його придбав. Йому допоможе його друг Рома. Привіт, друзі. Ми вдягнемо зараз на вас навушники, і ви не будете чути, який товар саме ви будете повертати. Вова Шумко буде грати продавчиню. Отже, хлопці, вдягли навушники. Що саме вони будуть повертати? Світшот Андретана. Андретана, да, надо своє, что-то своє возвращать. Ну, світшот или платье костюм, Андретана. Костюм от Андретана. Да. Платье, давайте, платье. Окей. Отже, імпровізація повернення товару. Поїхали! Так, Андре, да. Давай. Вот, пакет. Во-первых. Пакет, во-первых. Да. Во-первых, мы не возьмите. Успели его достать, оно уже все разорвалось. Вообще можно это выдержать? Хорошо, хорошо, что вы это не скрываете. Мы собирали на эту вещь всю свою жизнь. Мы откладывали по 1 гривне в месяц. Я вам сочувствую, конечно. Такова жизнь. Мы это. Мы носили по очереди. Он старше, я донашивал. Примеряли. Оно не налазило. Оно разорвалось. А вы что, не видели, что вы берете? Да видели. Да... Ну, мы думали, что мы... адекватные. Да. Что не так? Что вы хотите? Короче, оно... не работает оно. Да. Мы включаем сеть, оно не работает. Естественно. И во-вторых, это очень дорого. Это неоправданная цена. Я согласна. Хрень, которая рвется и дорогая. Кто? Какие руки делали ее? Так вот я хочу спросить, какие руки это делали? Вот такие или какие? Это что? У вас что там в подвале? Слепые вьетнамцы сидят или что? Я четко в точку. Че не ржут, я не понимаю. Да че не ржут? Потому что, Андре, ты сам, когда надел, сказал, вот га... Нет, я сказал, что не га... Я сказал, что маленькое, и еще разошлось по швам. Андре, ты же, когда по шву пошел, что ты мне сказал? Когда вот ткань пощупал. Я сказал, что строчили криво. А почему? Потому что слепые вьетнамцы у вас там сидят в подвале вообще. И это делают. Поэтому... Вы это... что, у них паспорт забираете, чтобы они делали такое га... А я вас то же самое хочу спросить. У меня только натурпродукт, ваше здоровье и довголетие. Конечно, вы что, огурцами торгуете? И ими тоже. Ну, Андре, мы же это покупали, давай признаемся... Ну что, вы в эффекте эйфории. Да, мы по... Я ну, подошел и сказал, это оно, надо брать. Это чисто первое впечатление. Раскрученный бренд. Да, я тоже так считаю. Неоправданно дорогой. Который сделали да, слепые вьетнамцы. Дай сюда. Мы ноги об это будем вымазывать. Давай. Фу. Это чтобы вы видели, какую вы какашку продают. Да, нахрен. Можно? Андре, давай рвать. Можно? А это можно рвать вообще? Олег, это включи, нужно рвать. Включи шестую камеру, ты оба... Все, честно. О, Людка, привет. Привет. Ох ты, нам новую форму даже сделали. Пойду примерю. Примерю, это хорошая, не Ташу. Ну, ты понял. Я поняла. Я вы хочу. Знаете, между прочим, у меня аж 92 подписчика в Инстаграме. И если я сейчас расскажу, какое г***о вы нам впарили, то у вас будет такая плохая реклама, что к вам ни один человек из Бердичева не приедет. Андре, да. Я хотела у вас попросить повысить мне зарплату. У меня? Да. В смысле? Люди приходят, говорят, хрень продаете. Меня недавно брюками били по лицу.
Давайте что-то делать, поднимайте зарплату мне. А я что, ваш работодатель или что? В смысле? А вьетнамцы недавно как с цепи сорвались. Я понял, это что было мое? Да!